Всем привет! Это отель Сент-Джордж. Сразу за Пей. Элитный отель, очень дорогой. Вот это их пляж. Ну как их? Пляж общественный, но сюда может прийти каждый. Но вот это все, что у них тут стоит, это юзать нельзя. Ну, пляж тут, скажем так, не очень. Ну, вода чистая. Камни просто есть. Вторая половинка пляжа. Белые камни, так называемые. Барышня фотосессии делает по заказу. Владелец отеля Ломакин. Российский бизнесмен. Он же владеет футбольным клубом «Пафос», который в этом году взял кубок Кипра.